возвращается. В этой ситуации Бёрд флаг не поднимает. Слушай, братух, нормально она у тебя так отдыхает в Доминикане. Конечно, братан, вот же все видно. Можем себе позволить, видишь, окна там пластиковые, интернет беспроводной, газ на 3 месяца вперед оплачен. Живем, ёпта! А что ты с ней не полетел? Братан, ну ты же знаешь, у меня на пальме аллергия. Да что ты гонишься, даже за границей нет. А нахрен я за границей? У меня дядька вон в аэропорту работает. Если захочу, я прям завтра, хочешь, в Читу пиздану, а? Да верю, верю. Смотри у меня. Нихера себе! Это носки! Дальше. Эх, ёпта! Все, братан, не уследил. Нашла себя. Богатенького, сразу видно. Вот и вся благодарность, братан. За что? В смысле? А ремонт обуви? Если б не я, она о нем никогда и не узнала бы. Да не ссы, братух! Мы тебе сейчас таких фоток наделаем. Ты еще раз еще подумай, кого потерял. Завтра же здесь будет. А ты что, типа фотографировать умеешь? Ну чё ты холодно ж, братух? Да ща, постой, постой, постой. О, железо. Нормально. Готов? Бля, братух, нужна настоящая сигара. Видно, что орешник. Да ну нет времени, фоткай, что ли, блядь. Давай. Бля, давай как будто их с коктейлем. Не зря ж фужер взяли. Нормально, давай. Так. Бля, пустой. Давай. А сейчас видно, что с речной водой. Заебал ты. Мужик, у тебя там чё, мирин, да? Пошёл ты нахуй! Давай так фотографируй. Ну всё, сиди, русалка. Ну чё? Херня как ад, блин. Пошел ты, блин! Так что ли как ты, братан? Ща, постой. Все, можно? Эй, это видно, что студенческий? Конечно, видно, он же синий. Блять, ладно, похер, она не шарит. Давай, братух, щелкай. Все, снимаю. Есть. Вот. Главное, что пока она там отдыхает, она поняла, что меня тут до майора повысили, бля. А чё, сейчас на шиномонтажке-то майор, что ли, повышали? Слышь, что ли, бля, умник? Не, братан, тут, короче, без баб не обойтись. Без каких баб-то? Я тебе где их возьму? Ну и чё? Она! Да я её вообще не знаю. Да ты же мозговитый, придумай что-нибудь, а я тебя пока сфоткаю. Иди, давай, давай. Чё я придумаю-то? Придумай. Здрасте. А есть у вас сигареты тройка с ментолом тонкий? Посмотрите, а. Иди, давай. Обними ее, за талию возьми. Таких нет. ЛМ блок зеленый, посмотрите, пожалуйста. Че, давай. Братух, пошли в молочку. Да если честно, братан, меня задолбал этот показух. Я такой, какой я есть, правильно? Ну. Ну вот. Если она хочет жить с этим принцем заграничным, пусть живет. Но как? Пусть знает, что я ее люблю. И всегда ее буду ждать вот здесь, на этом месте. Понял? Вот по пацану. Ну. Мальчишки, как до пляжа доехать? Да это мы сейчас покажем, да? Да хорош, ты только что... Да я пошутил, ёп, поехали! Слушай, а давай я тебя с ними сфоткаю! Я тебя, бля, сейчас сфоткаю! Залази, ну-ну-ну-ну, стоять, не вырубай видос, подписывайся на наш канал. Вот наша группа ВКонтакте, вот наши инстаграмы. Подписывайся на инстаграм, а то у нас там что-то привстало чуть-чуть. Короче, тут такая дилемма. Мы еще хотели пообедать, за крошечки, так сказать, захавать. Вот это, друганин, ты за что? Я на кефире люблю. Я считаю, что лучше квас. Напишите в комментариях, что лучше, иначе я его сейчас положу тут просто. Друзья, совсем недавно снялись видос у Антона Протеинова, это вот кореш тяпер. Вот этот видос, пройдите, поставьте лайк, что он там вообще стоит, еще с ним связываться не стоит. Если просто стоит, то мы в теме. И комментарии оставляйте. Да. И тут, и там. Да. Окрошка.